Красочный поезд на вокзале Сызрани встречают с флагами и воздушными шарами под песни военных лет. Инициатором благотворительной акции стал машинист электровоза Сергей Гаштенар. Он предложил перечислить в благотворительный фонд заработок от одного рейса и первым провел поезд по необычному маршруту. Надо ветеранов поддержать, все-таки приятно. Их осталось у нас и так очень мало. Надо поддержать, у них все на лекарствах, все уже лежат. У нас депо 11 человек, и все они лежачие, все ветераны войны. Когда началась Великая Отечественная война, Виктору Васильевичу Денисову было 5 лет. Детские впечатления живы в памяти до сих пор. Спустя годы Виктор Васильевич стал начальником станции «Сызрань-1». Он не понаслышке знает, насколько важна была эта станция в годы войны. Тут был военно-продовольственный пункт. Здесь формировали эшелоны, в том числе из тех госпиталей, которые здесь восстанавливались. Здесь же работала предусловая, которая отгружала топливо. К масштабной акции присоединятся машинисты из других регионов. Этот поезд дали эстафету до Самары от бригады Куйбышевской железной дороги, а далее примет уже до Орска поезд назначения на станцию Орск, локомотивная бригада Южноуральской железной дороги. И, в общем-то, эта инициатива сегодня поддержана. Локомотив под эгидой акции «70 поездов к 70-летию Победы» будет колесить по российским железным дорогам до конца апреля. Лариса Шалафаст, «События».